Леонид Ильич Брежнев отметил: размах созидательной деятельности советских людей особенно ярко проявляется в огромных масштабах строительства. Из края в край застраивается Смоленск. Крупнейший пусковой объект – новая гостиница «Россия». Бригадир отделочников Михаил Богорат стал одним из инициаторов общегородского соревнования за досрочное завершение годовой программы к 7 ноября. В канун праздника бригада коммуниста Богорада перекрыла и этот свой встречный план. Мир и труд, полевая страда, гул плотины и атомохода, наша жизнь, где смыкались всегда воля партии с силой народа.